Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала, меня зовут Юлиана. Самые волшебные дни декабря, когда все меняется вокруг. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Вот и подходит к концу 2022 год. Осталось совсем немного времени, и вскоре мы с вами дружно шагнем в новый 2023 год. Впереди время новогодней магии, но уже сейчас, находясь во власти декабрьских дней, вы получаете шанс привлечь к себе позитивные перемены, и неделя последнего в этом году полнолуния поможет вам в этом. Понедельник, 5 декабря. День Луны, кармическое число 5, Меркурий. Неделя начинается с прекрасного и позитивного дня, позволяющего воплотить в жизнь любые желания. Сегодня все, о чем вы мечтаете, начинает воплощаться в жизнь, а составленные планы непременно сбудутся в самом ближайшем времени. В эту пору Вселенная позволяет вам обрести мудрость, опыт, помогающий ощутить духовное родство с этим миром и всеми, кто вас окружает. В эту пору следует позаботиться о душе, совершать добрые поступки, проводить больше времени на природе. Для привлечения процветания и удачи откройте для себя что-то новое. Изучите интересный материал, посетите образовательные курсы. Начните читать книгу, которая содержит неизвестную вам информацию. Чтобы день принес исполнение желаний, важно посвятить его самосовершенствованию. Любые полученные в эту пору знания окажутся полезными в самом ближайшем времени, позволяя достичь высот, неизведанных ранее областях. Планеты советуют, счастье обязательно удостоит своим вниманием дом, в котором отсутствуют ссоры, царит радость и взаимопонимание. День будет особенно удачным у рожденных 5, 14, 15, 23, 25 числа. Вторник, 6 декабря. День Марса, кармическое число 6, Венера. Наступает время духовного развития, внутренних поисков и энергичных действий, направленных на благо других. Чтобы удача была на вашей стороне, приходите на помощь окружающим, если это в ваших силах. Чаще говорите комплименты, дарите подарки, угощайте близких и знакомых собственноручно приготовленными блюдами. Если это день для вас рабочий, приступайте к ежедневным делам, думая о пользе, которую приносите. Даже если вам кажется, что вы тратите силы впустую, это не так. Существует хотя бы один человек, который станет счастливее от ваших действий. В ведическом календаре сегодня благоприятный день, позволяющий избавиться от накопленного негатива. В эту пору происходит внутренняя трансформация. Если вы храните свет в душе и действуете согласно предназначению, она принесет вам удачу. Планета советует: желайте счастья и добра всем, с кем вас сводит жизнь, и тогда благополучие никогда не оставит ваш дом. Рожденным 6, 15, 16, 24, 26 числа день принесет процветание и благополучие. Среда, 7 декабря. День Меркурия, кармическое число 7, Кету. Магический день перед последним полнолунием года. Принесет он внутреннюю трансформацию и изменения в карме. Все события этого периода направлены во благо, даже если вам покажется, что это не так. Поэтому не сопротивляйтесь переменам и смиренно принимайте все, что приготовила для вас судьба. Возможно, любые чудеса, откровения, неожиданные встречи. Насыщенная энергия приближающегося полнолуния уже ощущается, делая этот день одним из самых мощных во всем месяце. У всех, кто следует своему предназначению, активируются скрытые ресурсы, а тело наполняется жизненной силой. Не упускайте открывшиеся возможности, приложите максимум усилий для достижения цели. Любые начинания, если они не несут негатива, будут результативными. Планета советует, чтобы достичь цели, недостаточно двигаться. Не менее важно правильно выбрать направление. День подарит процветание всем, кто родился 7, 16, 17, 25, 27 числа. Четверг, 8 декабря. День Юпитера, кармическое число 8, Сатурн. Насыщенный энергией день декабрьского полнолуния. Подводит итоги всей вашей деятельности, осуществляемой в предыдущие дни лунного месяца. Сегодня вы получаете заслуженную награду за добрые дела и расплачиваетесь за совершенные прегрешения. События этого дня наглядно показывают, насколько правильными были ваши поступки и действия, совершенные ранее. Важно обращать внимание на подсказки Вселенной. Поскольку вам дается возможность исправить совершенные ранее ошибки, удача на вашей стороне.
Однако избегайте суеты, суматохи, действуйте продуманно. Займитесь наиболее значимыми делами. Однако старайтесь не думать о награде или особой благодарности за свои действия. В этом случае результаты превзойдут ваши ожидания. Планета советует: любовь может заставить вас ошибаться, но ее отсутствие уже ошибка. День будет наполнен радостью для рожденных 8, 17, 18, 26, 28 числа. Пятница, 9 декабря. День Венеры, кармическое число 9, Марс. Стабильный, энергетически сильный день, наполненный позитивными событиями. Не ждите каких-либо перемен или неожиданностей, поскольку это период спокойствия. Если вы провели предыдущие сутки продуктивно, позвольте себе отдохнуть, желательно на свежем воздухе. Хорошая пора для катания на лыжах, посещения катка. В этот период вас могут посетить озарения, позволяющие изменить судьбу, достичь поставленных целей. Подсказки Вселенной могут содержаться даже во снах, поэтому будьте внимательны. Это хорошее время для принятия решений, решения насущных задач, благодарности за уже имеющиеся блага. Планета советует: не сожалейте о том, что было, используйте прошлое как источник ценных уроков жизни. Везение ждет тех, кто родился 9, 18, 19, 27, 29 числа. Суббота, 10 декабря. День Сатурна, кармическое число 1, Солнце. Этот великолепный день будет ярким и наполненным солнечной энергией для всех, кто живет в согласии с собой и миром. Однако он может принести множество вопросов и неожиданных жизненных ситуаций, направленных вам для отработки кармы. Чтобы этот период был для вас наиболее успешным, избегайте дурного настроения. Не допускайте тревог, волнений, смотрите на мир позитивно. Если вы действовали осознанно и хорошо потрудились в предыдущие дни, сегодня у вас есть шанс получить неожиданный приятный подарок или радостное известие. Тем не менее, вы можете столкнуться с неприятными ситуациями, но не поддавайтесь негативным эмоциям. Найдите в себе силы простить обидчиков, благодарите высшие силы за урок и постарайтесь его усвоить. Планета советует: всегда будьте доброжелательны, старайтесь найти искру света в каждом человеке. Тогда мир вокруг станет добрее. День будет позитивным для родившихся 1, 10, 11, 19, 21, 28 и 31 числа. Воскресенье, 11 декабря. День Солнца, кармическое число 2, Луна. День сочетает мягкую, лунную, яркую солнечную энергию, гармонично соединяя их в единое целое, даря спокойствие и умиротворение. Вы можете посвятить его отдыху или заняться активной деятельностью, ориентируясь на свои желания и голос интуиции, но старайтесь сохранять доброжелательность к окружающим. Сегодня нельзя ссориться, участвовать в конфликтах, использовать грубые выражения. Хорошее время для наведения порядка в жилище и своей душе. Сделайте уборку, зажгите в комнатах свечку с ароматом жасмина или лаванды. Поработайте над собой, подумайте над тем, что именно мешает вам достичь гармонии и как исправить эту ситуацию. Хорошим знаком является желание познать новое, так как оно указывает на приближение долгожданных перемен. Планета советует: вера в себя дарит вам крылья, а сомнения становятся грузом, тянущим вниз и не дающим взлететь. Родившиеся 2, 11, 12, 20, 22, 29 числа получат приятный сюрприз. Счастливой и волшебной недели каждому моему подписчику!